Здание оборудовано силовыми осветительными сетями напряжением 220-380 вольт. Предназначен для временного проживания людей. Количество номеров 451. Общая площадь занимаемой территории, количество посетителей 800 человек. Второй, срочно подойди, 448 кабинет. Обнаружено задымление, проверить срочно надо. Принято. Помещение согласно плану эвакуации. Сегодня в соответствии с планом подготовки пожарно-спасательных подразделений, а также подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 подразделениями Нижегородского пожарно-спасательного гарнизона проведено пожарно-тактическое учение. Сегодня пожарно-спасательные подразделения отработали поиск и спасение людей различными способами, тушение пожаров. Также мы проверили действия персонала данного объекта при обнаружении и тушении пожара добровольными пожарными дружинами соответствующего объекта. Действия персонала оцениваются на хорошо. На момент прибытия люди просили о помощи 4-го этажа. Значит, прибывшие пожарные подразделения первоначально действия были направлены на спасение людей. Была установлена автолестница для спасения людей с 4-го этажа. А также были созданы звенья ГДЗС для эвакуации и спасения людей 4-го и вверх лежащих этажей. Было загорание условное на 4-м этаже, площадью около 30 квадратных метров, значит, в административном помещении, в кабинетах и коридоре. Значит, были поданы 3 ствола Dual Force на тушение. В результате учения, в общем, условный пожар был удовлетворительно потушен, и пострадавших на пожаре в условном не было.